Давай. Орловские полицейские раскрыли преступление 4-летней давности. Останки мужчины, пропавшего в 2011 году, оперативники угрозыска обнаружили в заброшенном подвале. Полицейские установили, что к смерти потерпевшего причастен 41-летний знакомый, с которым они занимались культивированием и распространением марихуаны. Было установлено, что данный гражданин был убит в деревне Шишково из Лягушинского района своим знакомым, с которым совместно проживал в частном доме. Конфликты между погибшим и подозреваемым происходили довольно часто. Последний и оказался фатальным. Один из конфликтов перерос в драку, где подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов, потерпевший погиб, и тело умершего подельника подозреваемый спрятал в снегу недалеко от дома, а весной перезахоронил в заброшенном подвале. Место захоронения он прикрыл металлическим листом. Сейчас подозреваемый отбывает наказание в исправительной колонии за распространение наркотиков. Мужчина осознался в содеянном и указал полицейским место, где захоронил труп.